Сашке. Саша, патрон, мне огромная благодарность. Да. А он нашел мне книжку, какой он был. Очень знал, что рабочий. Красиво, красиво. Где она там была, когда? Ты заходи чаще, заглядывай туда. Там некоторые свои собрания проводят. Мы где собираемся? В коридоре или здесь, в трапезной? А? Наверное, в коридор мы все приходим. Да? Выходим сюда, здесь, в трапезной. Сережа, мешаешь уже. Пока сюда положи, на стол. Сюда туда положи. Или туда. Даже в коридоре нет, наверное, во дворе будем собираться. На свежем воздухе. Вчера я на свежем воздухе собрался. На себе штаны. Детей сюда всех. Едем в Москве, гоняешь давно. Я говорю, не знаю, Сережа. Сюда-то ехали отлично, все. Назад едем, воняет. Воняет там никому, я говорю, странно, неужели кто-то наступил? И так вы раз, а я впереди сижу, раз, смотрю, у меня. И все, в траве, это где-то замаскировано, я там на лавочку присел, видать. Ну и что, говорю, Сережа, говорю, быстрее останавливай, машину остановила, быстрее чистится. Тогда она тоже мне не сказала. Потом пусть вылезет. Да, она так говорила. И главное у нас. Отправляет. Окошко закопали. Александр Руканов не ходит. Как надо, вообще, чем минус. Сейчас ставим, да, да. У нас под домом прям крыльца. Где? Да ты что? А машину есть куда поставить? А у тебя сапоги есть? Царю небесный, утешителю души исцели, и жизнь и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в них, и очисти меня от всякие скверны, и спаси, Боже, души наша. Господи, молим Тебя, благослови наше собрание. Прибудь с нами. Благодарим Тебя за Твои крестные страдания на кресте. Слава Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А куда вставать? Чтобы я не мешала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 34 глава, простите, 8 глава с 34 по 38 стихи. И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?
Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Толкование. Направляет речь главным образом против Петра. «Ты не одобряешь того, что я беру крест, а я говорю тебе, что ни ты, ни другой, кто не спасетесь, если не умрете за добродетель и истину. Призываю не на зло, а на добро, а потому что кто не хочет, тот и не достоин сего». Что значит «отвергнуться себя»? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо. Кто отвергается другого кого-либо, отца ли, брата ли, или кого-либо из домашних, тот хотя бы смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и нам повелевает Господь, чтобы и мы ради Его презирали свое тело и не щадили его, хотя бы били или порицали нас. «Да возьмет крест свой», сказано, то есть «поносную смерть», ибо крест почитался тогда орудием поносной казни. А как многих распинали и разбойников, то присовокупляет, что с распятием должно иметь и другие добродетели, ибо это означают слова «следуй за мной». Так как повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким, то Господь говорит, что оно, напротив, весьма человеколюбиво. Ибо кто погубит душу свою, но ради меня, а не как разбойник, казнимый или самоубийца, в всем случае смерть будет не ради меня, тот, говорит, обретет душу свою, между тем, как думающий приобрести душу, погубит ее, если во время мучения не устоит. Не говори мне, что этот последний сбережет себе жизнь, ибо если бы он даже приобрел целый мир, все бесполезно. Спасение нельзя купить никаким богатством, иначе приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени, и таким образом искупился бы. Но такой выкуп там невозможен. Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед за Оригеном говорят, что состояние душ переменится на лучшее после того, как они накажутся соразмерно грехам своим. Да слышат они, что там никак нельзя дать выкупа за душу и мучиться только в той мере, сколько нужно, будто бы для удовлетворения за грехи. Недовольно одной внутренней веры, требуется и исповедание уст, ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедать распятого Богом своим, того и он постыдится, признает недостойным рабом своим, как признает недостойным рабом своим, когда приидет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде, за которое некоторые стыдятся его, но в славе и с воинством ангельским. Преображение есть не что иное, как предзнаменование второго пришествия. Так просияет в то время он сам, так просияют и праведники. Комментарий Игнатия Лапкина на слова «освящение души посредством веры и освящение телом посредством исповедания». Искаженное понятие о смысле слова «исповедание» томило 2000 лет христианский мир. Не удаление от людей, как учили монахи, а нахождение среди народа давало возможность осознать себя послушным чадом Христа и дать такое же представление и слушателям.
Только тогда можно надеяться на спасение, если будешь исповедовать Христа словом благовествовать. Римлянам 10:10. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Глава 9, 1-2 стих. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисуса, Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить». Толкование. Евангелист Лука говорит, что это было спустя 8 дней. Впрочем, он не противоречит Марку, но совершенно согласен с ним. Речь его обнимает и тот день, в который Господь возвестил о предстоявшем преображении своем, и тот, в который он возвел учеников на гору. Тогда как Марк говорит об одних промежуточных днях. Самое преображение, разумея, не как существенное изменение вида Христова, но как озарение его неизреченным светом, причем естественный вид его оставался тот же, как и прежде. Господу нашему слава, во веки веков. Аминь. Аминь. Спасибо Христу. Слава Христу. О болящих, о котенах безменичных всем поклон. Состояние несколько лучше, но еще слаба. Поэтому туда в храм пока не будет. Благодарить всех за молитвы. Да, Валентина Павловна. А я к ней звонила. Наталья звонила ей позавчера, однако она сказала. Ну, Валера хуже стало, химию не делают. Но решили какое-то неиспробованное лечение на нем. Испытать. Он согласился. Я молится там. Есть новые средства, которые проходят так называемые клинические испытания. Да, да. Вот, молятся за них, значит, там несколько приходов в Америке, в Белоруссии, в Болгарии, на Украине. Все вот за него молятся. Но якобы он говорит, что болит, очень ему помогает. Вот. Ну, в общем, такие 2 дня в неделю ездят на работу. Она сказала, не спросила, с детьми ездить или одни ездят. Ну, в общем, так вот. Наталья сильно устает, тяжело ей. Да. Ну, она спросила про деньги, вроде якобы не хватает. Слава Богу. Еще о болящих. Нет Нестора, нет Енафы, они хворают? Что? Да, да, болеют. Оба болеют. Мы скоро Енафу возили же в больницу. Она дома. Дома сейчас она? Уже дома. Ее сразу к вечеру отпустили. Мама моя тоже передает поклон всем. Благодарить за молитвы, просит, чтобы дальше продолжили. Ее на какой-то лекарственные химиотерапия. Таблетки специальные какие-то выписывают ей там. Митро, там гипирон какой-то, гиптирон там. Дорогие очень таблетки. Ну, это от государства, то есть государство будет эти таблетки давать, она будет длительное время пить. Ну, сколько там месяцев еще не отделили. Спаси Христос, помоги Господи, передавай поклон маме. Мы молимся, конечно, помним ее. Про Инафу Фрося сказала, что у нее нет температуры сейчас, да, Фрося? Да, вроде я утром спросила, вроде как нет температуры. Но все равно продолжайте молиться за Инафу. Что-то происходит с ней, 5 недель ребенок болеет. И врачи, ну так ее привезли в больницу, врачи не нашли повода для госпитализации. Ее отправили вот в таком состоянии домой. Обследовать надо.
Она сказала, что она очень устает, она ездила в поликлинику, и я звонил ей в субботу, вчера. Она говорит, очень устала, говорит, ездить в поликлинику, далеко так и обратно, не знаю, что делать. Она же уже на силикатной ездит, она взрослая. Ей поможет. Она в Стройбах ездит от колледжа. Еще дальше. Она от колледжа. В насликатном нет специалистов. Она ее то и диагностически даже посылали. Она ко мне заходила на работу. Надь, ну расскажи, что ей хоть говорят эти специалисты. А в краевую нельзя ее транзитировать? У нее все время разные какие-то заболевания. Там сначала она простыла, потом, когда она вроде должна была уже выйти, это еще было до 8 марта, у нее заболели. Она сказала, наверное, почки. Помните, что когда она была маленькая, она часто лежала с почками постоянно. У нее там нефрит шел, опущение одной почки, в общем, деформация, и по почкам она... Ну и она думала, что у нее вернулись почечные дела. Когда поехали, я с ней ездила, мы там сдавали анализы по ЦИТа, все прошли, ей поставили цистит, что почки ни при чем, цистит. Назначили лечение, купили мы с ней лекарства, все, она пропила, вроде как сказала, цистит прошел, но, наверное, она говорит, наверное, все-таки почки болят, как она так подумала. И потом она подпростыла, еще пропустила, и когда должна была в понедельник, вот она следующий выйти, там уже по учебе все очень серьезно запущено, очень серьезно. Это мне куратор ее сказал. И когда она должна была, говорит, мы ее ждем в понедельник, а я говорю, она в понедельник не придет, мы в воскресенье разговаривали, говорю, она сегодня с температурой. Она завтра идет к фельдшеру тут на поселке, потому что уже ездить куда-то далеко, ей тяжело, она полдня в дороге, приезжает никакая. Но опять же, я приехала, она ходит по дому, дом достаточно прохладный, наверное, топят раз в день, да, вы раз в день топите или сколько? Ну сколько? Два. Ну, ходит без носов, без всего, в общем, ну, пренебрегает вот это. В общем, не знаю, как они лечатся, как, что, все вот это вот, выскочили на улицу, туда-сюда, и я только уехала, звоню, приехала домой, ну, там они должны были доделать, короче, я говорю, вы доделали, вот. Ой, я тут поехала в город по делам. Ничего не поняла. Я об этом ничего не поняла. В общем, никакого ни контроля, ничего. И как она будет выздоравливать, я не знаю. Ты сказала на день носки? Сказала. Она сказала, мне жарко. А, жарко? Ей жарко. Значит, температура была, да. Жарко, может быть, где-то вверху, внизу. Да, ноги-то беречь надо, девочки. Ну, что ты скажешь? Это ничего не понятно. Своей башкой будут думать. Никуда, некуда делать уже это все. Ну, а что, куда делать? Если не послушать. Валентина Борисникова нет, она... Какая-то информация есть? Что вы из-за дома? Да, я единственное хочу сказать, что она постоянно звонит этому Володе нашему. Просит, чтобы молиться, и всю информацию она ему посылает. Кто? Так что он может озвучить. Давай, говори. А что озвучивать-то? Ну говори, да и все. Что, о чем? Скажи, я ничего не знаю. Как он знаешь? Просила молиться, чтобы все было хорошо по документам. Все. А все, все. Татьяна Александровна нет. Татьяна Александровна, кто знает, что? Нет. Она мне вчера позвонила, сказала, сегодня она не будет. Не помогает. А вчера она ходила нормально. Ну, фольговых нет. Батюшки нет, поэтому фольговых нет. Еще кто? Антонина. А вот это, Владимир этот, он что, не ходит давно уже? Владимир работает. Работает, интенсивно работает, потому что ему нужно заработать денег на ординатуру. Сейчас бюджетных мест практически нет. Если хочешь какую-то специальность обрести, там, хирургом, там, гинекологом, урологом, ординатура только платная. А так всех отправляют в деревню с терапевтами. Хочешь, не хочешь, приезжай с терапевтом в деревню. А там набраться опыта очень сложно. Ну, а там набраться, там, собственно, сколько будешь вариться. Сейчас в районах практически никого не осталось. Сколько это стоит? Я не знаю сколько. Я вот уже подумал, может быть, как-то помочь ему в этом плане, потому что будет у нас свой хирург.
А он хирургом, да? Да, он, да, он в хирургии, да, он хочет в хирургии, по ренатурхе, по хирургии. А если целевой не оплатят? Целевой от больницы, от какой-то, где нужно? Ну, я не знаю. Лично целевой, не да, отвежут, есть у нас один там, у нас работает в отделении санитара ночным, работает. Он хочет неврологом быть, но он ездил, живет он где-то в Братске, что ли, да, вот он ездил, оттуда привез целевое направление, и, но это тоже неизвестно, как оно там разыграется. Он платит или нет? Да. Так что вот так, ситуация такая. По Володе. Еще что? Да, брат. Ну, у Нестора дробота тоже уже месяца два с половиной текут сопли, и он никак их не лечит. Да, у него пазухи все забиты. Вот, я звонил ему, он был у тети своей в гостях. Я говорю, давай я... Ну, пазухи забиты, это же не рентген? Посмотрел ему видео. Не рентген, но... Если вообще не, ну, это уже долго, это хроническое, ну, у него, бывает, это постоянно, и, вот, и тетя его не лечит, и нам, и мне не дает. Вот, прям не кажется, дает тебе, ты сказала, не трогай Нестора. Лечить тебе не дает Нестора? Как не лечит? Он вчера приехал от тети вот с такой сумкой лекарств. Она все ему купила, он все лечится. Она его и забирала, чтобы он в тепле побыл и полечить его. Я так поняла, я спросила у него. Он там жил несколько деньков и вернулся вот с таким мешком. Я сама посмотрела, что там за лекарства, там от кашля средства, там бромгексетин. А что, вот шерстяных носков не хватает, что, Вань? Да, тапочки может купить вам. Надо приехать. Ну, когда нас заболели, то вы хоть одевайтесь в доме-то. Я даю своим братьям. Я вот покупаю хорошие шерстяные носки на силикатном за 250. Я им даю. Я Нестору давал, он их потом снял и ушел. Ванюшка, контролируйте друг друга, вас некому больше контролировать. Вы там чем занимаетесь? У вас хаос какой-то там. Отец. Что, земля была безвидна и пуста, мать умерла, и все, решили все туда отойти к ней. Сейчас вирус очень длительный, я уж лечу и промываю, и все. Хоть по домам вас разбирай. Правда, вирусы пошли, не за понюшку табака пропадете там все с таким отцом. А их еще несколько, не будут задумывать. А тот что, кверх воронка вечно лежит? Или что? Как он о вас заботится-то? Ну, как он, как он? Сейчас будет. Ну, что он сейчас будет рассказывать нам, как он заботится? Ванюш, вы контролируйте друг друга. Раз отец не при чем вас здесь. Вас больше некому контролировать. Уже. Видишь, были бы вы в пределах города, может быть, мы как бы да, почаще бы приезжали. Ну так, ну ты видишь, она болеет и ходит босая. Ну, вставь ты ей дюль, как говорится, скажи, одень носки. Ты девчонка, тебе замуж выходить, рожать, ты уже вся больная. Почки, там все больное, если почки больное, там что у нее останется-то? Прям давай, построжись с ней. Почек в сердце сядет. Людмила Степановна. Виктор Андреевич, вот я хочу это предложение такое. Если что, может быть, я бы вот взяла бы, у меня сейчас сыновей нету, я бы взяла бы, ну, кого, Енафу, и это, чтобы ездили прям рядом из города. Предложите им. Вот, ну, я думаю, чтобы как-то вот и вы тоже посадействовали. Пацаня что будет кормить? Они сами себе-то ничего не приготовят. Приготовят. Они жили у меня, готовили все. Готовили? Вани, вот. Нет, только им лениво, понимаешь? Они лучше к тете поедут, не ехать, и будут там. А, ну так они тогда к тете и уедут, и все. Чем дело закончится. Если вы забираете Енафу, Ваня уезжает в колледж, отстаются Фрося и Нестор. Это маленький, нет, надо. Где? Ну, Фрося маленькая. Нестора. 15 лет ребенку. Да, и нафиг там рядом с колледжем, рядом с вами у нее колледж. Да, 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 конечно. Нет, она на потоке. У нее колледж на открытом рынке. На открытом рынке? Ну, конечно. На потоке, на потоке. На потоке, ну там тут там недалеко. Там 4 остановки всего. Да, там недалеко от вас, ясно. 4-5. Соображение. От тебя что? Ну, это надо обсудить конкретно предложение, Данила Степановна. Это не это отдельное предложение, но вы конкретно с ними обговорите. И вы бы ей помогли, как по хозяйству научили бы. Слышите, Людмила? Вы бы Енафе помогли бы, по хозяйству научили, чистоте там. Людмила Степановна готовит быстро и очень надежно, по вкусу, качественно, хорошо готовит. Хорошие бы уроки преподавали. Я с удовольствием, мне вот одной так одиноко, я хочу, чтобы кто-то у меня был. Позовите, Людмила. Я позову. Позвоните, там вот в группе же она есть, и телефон ее там есть, Енафе. Если чтобы, а то она скажет, вот чего ты там предлагаешь? Какое ты имеешь право? Ну, для Енафы было бы самым вот отличным, конечно. Там препятствия будут со стороны тети, не так все просто. Ну,
предложить мужем Сергею. Она 18-летняя, она уже... Ей 18 лет, она уже сама имеет право решать, где ей жить и что делать. Тетю. Ну, позвонить можно, да? Да, конечно, нужно. Не только можно, она нужно. Людмила Степановна гораздо дольше знает, чем тетя. Еще, братья и сестры, Нине Александровне, она, конечно, болеет, и теперь она уехала в деревню, одна там со своим домом этим, и там это, сколько у нее там этих гектаров, да, земли, кто ей там будет обрабатывать это все, не знаю я. И поэтому вы знали, слышали о том, что выставлен дом на продажу. У меня такое предложение. Может быть, мы командируем, попросим, вернее, нашего брата Владимира, чтобы он поехал, сделал бы рекламный ролик, чтобы это было хорошо преподнесено. От этого ведь многое зависит. Чтобы быстрее продался этот дом, и чтобы она уже жила здесь, в городе, у своей. Они уж выставили, поди. Выставили, ну как поднести это? Я вот о чем говорю. А Надежда Андреевна в Лазе? Нет, она работает. Работает. Ну и Вадик, соответственно, тоже, да? Вот, еще у кого слово, да? Я хочу попросить, мы все свой участок не можем продать, который в Бельмесево там. Помолитесь ради Христа. У нас сейчас машина сломана, Дима же в аварию попал. Нам не отвезти даже никого, самим не съехать там. Далеко идти, обрабатывать тяжело. Не он виноват. Нет, в него врезались, но она без страховки. Да, это через суд. У нас главная зарплата, буду 500 рублей вам выплачивать. Пусть, по 500, но подавайте в суд. Подали. Сейчас он все отдал, 5000 задаток, 2 доверенность, 4,5 в суд, и 5000 потом этому юристу. Это вообще такая юристка. Оценка 8000, ну вы представляете. Я прям проскочил последнюю свою аварию. Еще у кого слово? Да, да. У меня обращение к нам, ко всем, к братьям, к сестрам. Мы все, многие, не все пользуемся интернет-ресурсами. Многое там видим, даже не по нашему желанию многое всплывает. Апостол Павел нам сказал: все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Но не все назидает. Не все назидает. Так просьба моя состоит в том, что вы видите в интернете, что вы слышите в интернете. Если оно содержит интимный характер, я вас очень прошу. У нас здесь находятся дети несовершеннолетние, юные девушки, юные парни, старицы и вы, братья. Вы, пожалуйста, здесь не рассказывайте нам прям в подробностях, в красочках, где была рука, как прикасалась, какие движения делала. Аминь. Я вас очень об этом прошу. В противном случае я буду вставать, забирать своих детей, и с этих мероприятий я буду уходить. Чего? И рекомендую вам, девушки, не слушать подобное. Вставать и уходить. Мы сюда пришли послушать духовное, напитаться духовной пищей, а этого, вот вы знаете сколько, очень много и даже не по желанию приходит. Сейчас лето придет, вы увидите все это. Телеса все полуобнаженные. Сейчас молодежь не стесняется даже какие-то... объятия, поцелуи на улице. Главное не ездить на пляже с этими детьми. Пожалуйста, я сейчас прошу не об этом, а прошу о том, чтобы здесь, когда мы остаемся на занятия по изучению Слова Божия, давайте изучать Слово Божие, а не рассказывать. Аминь. Я надеюсь, меня все услышали. И не нужно говорить: да я ничего не сказал. А что я такого сказал? Все перед Богом. Спаси, Христос. Разрешите. Самые неслышащие, надеюсь. Я надеюсь, самые неслышащие меня услышали. Я на всякий случай, а то сейчас там начнут перебирать, кто это. Не надо ни о ком думать. Кто это делает, он за собой знает. Еще, братья и сестры, в прошлый раз мы читали... Ну, я понимаю, что обо мне подумали. Стихотворение... Державина. Там слова были такие: о хаосе. Хаос?
Так вот я хочу сказать, в прошлый раз мы с братом также вот перепалочка у нас была. Я говорю хаос, а он говорит хаос. Естественно, у меня к лингвистике давно такое отношение неравнодушное, поэтому я сразу стал смотреть в интернете и нашел справку о том, как правильно произносить хаос или хаос. Есть в русском языке много слов, которые имеют одинаковое признанное произношение. Среди них, кроме хаоса, есть еще творог, творог, феномен, феномен, морковь и другие. Свекла. Ну, свекла теперь уже вот... Язык – это живой организм, и он совершенствуется. Что-то в процессе употребления остается, что-то уходит. Поэтому вот свекла теперь уже в общем употреблении вообще известно, что именно свекла, а не свекла. Теперь, значит, в отношении феномена, феномен, да, это то, что человек, обладающий какими-то уникальными способностями. А феномен – это явление природы какое-то. То есть вот разное значение и разное произношение. Так и здесь. Хаос. Хаос употребляется как раз в данном случае у Державина. Правильно, хаос. Мифологическое, евангельское, библейское – хаос. Нагромождение льда там на севере – это хаос. А вот хаос – это беспорядок мыслей, беспорядок чувств, беспорядок в квартире. Это хаос. Так что и то, и другое. В нужном случае нужно употребляться. Разрешите? Разрешите, да. Совершенно верно. В стихотворной форме у Жуковского, у Державина вы найдете этих хаосов. И там и других всяких там. Я не сяду больше на эту лошадь, как у Сергея Михалкова. Миллион. У Игнатия Тихоновича, когда нету, как кажется, нету подходящей рифмы. Нету подходящей рифмы. Поэтому здесь ударение именно там ставилось не на хаос, а хаос. Почему? Потому что впереди рифма так позволяла делать. И поэтому Пушкин, Державин, Жуковский, Бальмонт и так далее и тому подобное, у них это встречается сплошь и рядом. И у современных поэтов, как они себя считают, пиитов, тоже там часто это встречается. Ну, не так часто, как у них. Поэтому я здесь не спорил о том, что как правильно произносить. Конечно, я как очень грамотный человек знаю, что хаос. Но в том данном контексте поэмы нужно было произносить хаос. Именно так. И если бы я читал эту поэму, то я бы ее не так читал, как все там читали. Она не так читается. Она читается очень торжественно и протяжно. Это, чтобы это понятнее было, есть такой фильм очень хороший, Ломоносов. Да, и он там читает свою небольшую оду, это тоже это Богу. И он там читает. Там сейчас подождите. Открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. И все, о, и тут тоже хаос нужно было читать. А это хаос, там, как дети у нас вот читают. Я говорю, ну чего так без выражения? Ну, в общем, и все, больше ничего в этом нету. Поэтому, конечно, хаос. Конечно, хаос. Хаос и хаос в голове. Но то, что брат сейчас сказал о поэзии, это особый случай. То есть поэзии там могут и то, и другое. Аминь. Так, еще. Я именно в этом плане сказал. В этом, только в этом. Игнатий Тихонович. Приведите в порядок наш хаос. Я уже говорил, что самый умный поэт, редко кто может назвать даже. Самый умный? Самый умный, самый проницательный из всех русских, да и зарубежных можно взять. Один поэт в России был такой. Он знал, какие ударения, куда ставить. Есенин? Вот, как его звать, вот этого человека? Иван. Иван Андреевич. И того, Крылов. Крылов. Такую честь испытать, повторяю, какую испытал Крылов при жизни. Только один человек в мире был
Виктор Гюго. Когда его там царица попросила стоять на балконе, народ был оповещен везде. 6 часов непрерывно, полная улица занята, и так улица всем народом, 6 часов люди шли, его приветствовали. Самые распространенные стихи были у Крылова. Все понятно. А Васька слушает, да ест. Это уже все вошло. Кукушка хвалит, петуха за то, что хвалит только кукушку. У нас иногда делается из-за того, что не знают Библии и не знают имен святых. Аминь. Вот у нас здесь, я сейчас не вижу, человек, у которого в фамилии две ошибки. В одной фамилии две ошибки. Ну, у кого это? Петеримова. Петеримова. А имя его, от имени взято Петерим. Две И. Вот нам приходил здесь полковник один, он как управляющий, или как назвать его, отдела юстиции краевого, Макавеев, Валерий Иванович. В одной фамилии у него, кажется, три ошибки. Макавей-то не так. Маковейск, это Мако, с одной К, О. Да ну открой Библию, Маковейск, оттуда взята, книга Маковейская. Ну а что сделаю? Почему? Кто давал фамилии, первый раз записывал именно так. Батюшка сколько время потратил? Написали Аким, его так звали. А надо Иоаким. Теперь ехать куда-то. В паспорте один, я с ним даже не разговариваю. В немецком посольстве везде. Он сколько времени потратил, пока выправил это все на как положено. А в народе это именно так известно, Аким. Димка. Так, вы знаете о тех событиях, которые будут в мире. На Украине президентские выборы. Самое главное событие, которое будет, и оно впереди, пришествие Христа. А перед пришествием Христа будет пришествие Антихриста на 3,5 года. И его должны принять, и поэтому идет везде подготовка к этому сейчас. Ну, где это видно было, чтобы Содом оставался цветущим местом? Оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга. Говорить не будем об этом? Или все-таки прочитаем? И что они делают сейчас? Два садомита, номер один, номер два, отец и мать. У них даже имен никаких нету. И сейчас что, выпустили одну игрушку, сегодня мне ее скинули. Обыкновенная игрушка, но все это заранее было обдумано и все. Ну какой размер показывают. И прозрачно сверху, чтобы было видно. И называется так. Распни Христа сам. Значит, кукла, как изображен Христос. Дальше планки, крест, ты можешь крест. Дальше кованые гвозди, 8 гвоздей. Я внимательно все это посмотрел. Молоток. Это все вместе. Чтобы ребенок сам прибил Христа. Это к чему идет? То есть новое поколение должны все принять Христа. Кровь его на нас и на детях наших должно исполниться. Антихриста. Слушайте внимательно. Значит, какие игры, на это еще посмотрите. Чему они там учатся? У меня одна знакомая близко была. Она говорит, у меня, говорит, самая главная игрушка была. Мать уходила и бросала мне подтяжки свои. И две, ну, щурочки отпиленные. Все, говорит, за свое детство я другого не видел. Мы знали прутик срезать, кору содрать, за кору привязать между ногами и по дороге бежать и пыль поднимать. Я как лошадь. Вот это, на коне. И не было никаких игр, и вышли. А все остальное даже не видели, все знали. Видели мух, видели коров, видели овечек. И видели, как начинается и как кончается. Никто не прятал, когда резали куриц, гусей рубили. Сегодня все по-другому делается. Когда начинаешь говорить, я говорю, за 20 лет, если не верите, Стерлигова, послушайте. За 20 лет в России убито в чреве матери 120 миллионов. 120 миллионов – это большое государство. Чего искать остальное-то? Чего лицемерить-то дальше? Сказали там где-то что-то. Убийство. Главное – научите их ценить жизнь. А дальше все откроется. И научитесь так. Никогда не лукавьте себе. Библия написана для всех. Христос, когда о чем говорил, нигде не было сказано, что сейчас я буду что-то говорить, а дети уберите, чтобы не слышали. Это не то, что, ну, даже предположить нельзя. А как так? Библия наполнена такими эпизодами, которые не должны быть спрятаны, а должны быть показаны. Почему? Не будьте умнее Духа Святого. Дух Святой сказал, идите и несите, и проповедуйте всем. Не сказал, когда проповедовать, уберите детей или как-то. Значит, нужно приучить к этому. Детей в интернете запускайте.
В Америке живут баптисты, это уже самое такое развратное. Они интернет отрубили, телефоны, только в крайнем случае у кого-то детей. Притом не кто-то, не православные староверы какие-то, а баптисты. И баптисты из отделенных, самый такой святой образ жизни пытались вести, сколько арестовывали. Он мне звонит оттуда и говорит, а у нас это нет. Никто телевизор не смотрит, ни в интернете. Один выход. Вы просто приучите, обходите это. А остальное разъясните, потому что ребенок все это увидит. Не делайте из них Феодор Цареградских. Да тоже смотреть телевизор нельзя, она не видела ничего. А рядом сосед видит, когда муж уходит на работу. Феодора, как муж с тобой обращается? Да бывает так, а она видит в нем ласку. Он ей предлагает определенное действие, сарай. Она Бога боится, да не Бог не видит, темно. И она поверила и совершила грех. И потом приходит. Это жития святых. Жития святого Василия Нового. Сколько труда было положено. Вот мытарство считаем. А мытарство открыто ей были. Ей за то, что она ухаживала за Василием Новым. За праведником. Темно? Нет. У православных как было иконы. Если надо, шторочку закрыли, Боженька не видит. Это прямо мне рассказывают. А как? Что? Я же закрыл. Разве он видел? Мать уходит на работу. В холодильник постный день. Слопал, обтерся, а я не ел. И это сравнится с блудницей. Она говорит, ничего не делала. Это Соломон говорит. Вы считаете песню песней. О чем говорится? Или мы ее наполовину будем вырезать, бросать. Надо подготовить, а не прятать. Не показывать. Но библейское надо рассказать. Я говорю, библейское. Если такое видишь, где закрой глаза, пройди мимо. Я поясню. Если я рассказываю об этом, я обязательно ссылаюсь, нахожу подтверждение. А вот это такое, там это порно. Давайте. Самый мудрый из людей, бывших на земле, кто? Соломон. Соломон. Самый сильный кто? Самсон. Чем он занимался всю жизнь? Какие подвиги? Женщин искал. Женщины вину, больше у него ничего не было. И драки. И он, однако, упоминается, которых Павел упоминает послание к евреям. Зачем? Его фильм поставили, к нам привезли. Хороший фильм поставлен. Ну там это не надо смотреть, то другое. Не надо совсем уничтожить. Это его биография. Зачем вы лицемерите? Ну, душа, душа. Душа и церковь одно и то же. Он жених. Ну, читайте как. Левая рука у меня под ней, правая на ней. А дальше стану я, как пальма, а грудь ее, как кисти виноградной. Подумал я, влез бы на этот ствол, да ухватился за кисти. О чем он говорит? Когда в одном стихе все расшифровано. Ничего более близкого человеку нет, как любовь к невесте, к чему. И Господь показывает. Я покажу тебе брак. И далее показывает. И не надо ни в какую сторону. Четко надо показать. Пьяница, вот он лежит. Я иду с ребенком. Он за мной держится. У меня жил. Совсем маленький, пятилетний. Ты видишь пьяный? Остановились. А у тебя дядя пьет этот? Пьет. Вот это будет. Он лежит. Лежит, из-под него лужа течет. Вспомните, у нас была здесь Фаина Соломоновна Королева. Она говорит, на остановке сейчас шла, я там маленько наклоненная, и там скамейка, под скамейки большая лужа течет. Вы думаете, кто он по нации? Она меня спрашивает. Я ей отвечаю, какой угодно может быть, только не еврей. Точно. Почему его с детства приучили, от него ничего не скрывается. Но вот тебя ждет, ты сегодня здесь не выучил, вот они сидят рядом. Вот они с тарелкой там что-то делают. Я их знаю, это детей, 9 лет про меня пробыли. Почему? Родители не смотрели за ними. И потом мне приходилось предлагать усилия. У меня ролик стоит. Нестор матерится. Ты видел? Ну, в интернете записано все. Нестор матерится. Отец глухонемой. У него матерки как поток идут. У нас отец матерился. Ни одного нет матершинника, ни у кого. Даже те, которые пьянствуют. Брат у меня, никогда матершинного слова нет. Это семья верующих. А почему? Совсем не смотрели, воспитывает улица. А ребенок маленький, заложи ему туда, чтобы ничего не было. Где материться, ты сразу уходи оттуда. Вот сейчас я в рулетке нахожусь там, но худо или бедно, в общей сложности 260 роликов составлено. Разные люди, мусульмане, начинают искать, приходить уже в YouTube. Если вы хотите узнать как, медленно говоришь с ним. Вот сегодня только я записал где-то, ну, сейчас 20 минут примерно с одним. Вчера разговаривал армянин. Записано час 36. Из этих час 36 мне принадлежит примерно 3 минуты.
3 минуты на 1,5 часа. А остальное он. Я никогда о них не знал. А рядом за кадром видно, сидит кто-то рядом. И он на 13 лет моложе меня. На заре сегодняшнего времени. Он на заре принял. И как он причащается, ну все рассказывает. Я мог только молчать. Ну что молчите? А тот говорит, молчит, потому что думает. Он дальше идет. А не чем-то, чтобы я хоть одно слово сказал, я не говорю. Ну покажите голубей. Тогда я наклонился и сказал, время ночное, голуби спят. Так он говорит, значит слушал. Я их осчастливил, полминуты разговаривал где-то. И он дальше говорит, читает хорошо, и ролик уже выставлен. И написано, армянин и его вера. Разговор будет ли с ним, больше не будет. Один раз. И узнал все. Самое большее познание, когда молчишь. Вот просто посмотрите внимательно. Ну, говорю, что вот умер 20 января в ночь Сергей Козлов. Сколько прошло? Февраль, март, 2 месяца, это 60-70 дней. Ну и представь, что уже 260 роликов составлено. И какие? Как сколько людей идет, которые смотрят. Поэтому ты можешь мне подсказать, если ты хоть раз там был в этой рулетке. А там невозможно. Вот показывают мужики, если, то из них, из 50, 45 голые, голые, да, торсы, так, это нет. И я должен им рассказать, какими словами показать, что это означает. Я ахаю и говорю, надо разделить человека, почему же милицию-то не сообщают? Да нет, это, да нет, как же не так, ты уже не первый. В каком городе? Я сейчас буду номер набирать, чтобы помогли одежду хоть вернуть вам. Понимаешь, каждому человеку подойти как? Так-то... Как Шатар Руставели говорил, каждый видит себя стратегом, видя бой со стороны. Как в этой обстановке сказать, когда это Содом? Что там делал Лот? Говорил? Он говорил, и казалось, что он шутит. Значит, до сердца не достучался, ему ZTS. Казалось, что шутит. И эти шутники там остались. Или он шутил, или что там было-то, тоже непонятно. Вот эта игрушка, она вызвала что-то. Вы знаете, карикатуры нарисовали... на основателя исламской религии Мухаммеда. Вы знаете, кто первый-то? Ружди Салман. И сразу приговорили к смерти и пустили черную стрелу. Хамейни. Его сразу, там внешняя разведка Англии спрятали, по сей день не знает. Это один раз тайно привезли в Америку его, тайно. Вдруг он вышел на сцену и стал говорить. Говорите, сразу исчез, и никто не знает. А в это время уже все стрелы туда направлены. А посмеялся над, называется, сатанинские стихи. На дихе. В Англии, в этой, во Франции было. Их предупредили, они выпускают карикатуру. Но это было не только здесь, это было в Норвегии. -то. Предупреждение только одно. Второе, они сразу выставили охрану. Первым делом утром пришли. Охрану расстреляли и всю редакцию вымели. Ни одного живого нету. Все замерло. 32 года молчали. Во Франции опять открылись. Опять все уничтожены, полная тишина. У нас поставлены в фильм «Искушение Христа» Скорсезе. Сколько православная церковь не писала, митинговали, они все равно его показывают, что Христос там с Марией Магдалиной и прочее. И официально поставлены знаменитые там такие режиссеры. Почему? У нас другой подход. Я вот все абсолютно обдумывал, долго молился. Почему? Господь не нарушает главное качество человека, уподобляющего Богу, свобода. Так они... Я за то говорю так вот. Кто-то говорит против Бога. Освети кулак свой, дай ему как следует. Освети его. Не побойся ударить его по лицу. А почему? Если хулит царя, и ты так заступишься, царь похвалит тебя, да, это царь небесный. Сейчас все время ссылается на слова Златоуста. Да как же так? Он сказал это. Я не объясняю. Не это, не разъясняю. Это слова его, они везде употребляются. Святым ударом. Закрой гнойные уста. За Христа. А вы ударили хоть бы раз? Нет. До этого я не дорос. 45 лет лагерь был. И было наказание. И ни один человек. И Виктор там 13 лет был. Никто не имел права к ребенку прикоснуться. Никто. Почему? На это надо учиться у Бога. Почему на меня гонения были? Уберите. Проверки были. Там и ФСБ, и прокуратура, и врачи рассматривали каждого ребенка. Вас бьют здесь? Нет, не бьют. А говорят, нас наказывают. Но не бьют. А как наказывают? Он смеется, а дети смеются. Написали, дети смеются, нигде ничего нет. Уберите, раз у вас нету. Только так. Нельзя, чтобы статья была, которая наказывает его. Нестор матерится.
название ролика. Я его отдельно завожу, отдельно. Я учу вас, меня не будет, запомните как. Завожу отдельное келье. Один раз было, один заглянул. Вот ему теперь будет все, что от ему назначалось, я на него переложу. Того нахожу и умножим двое. И поэтому ни один не пытается заглянуть, что там есть. Все молятся, весь лагерь ударили, в колокол молятся. Я с ним говорю, как ты учился, где, почему? А крапива уже там. Да я положу сейчас здесь. Стол на таком уровне. Губами проведи. Но он смелый мальчишка, он все, никаких. А другой боится. Тоже на этом 7 лет. Первый вопрос он мне задал. А можно здесь материться? 7-летний мальчишка, Алеша. Нельзя, а все равно с него было. Теперь я завел его. Та же крапива просто, крапива жгучая, неудобная. Он боится. Что дальше будешь делать? Я его не трогаю. Я положил и сказал, проведи губами, чтобы ты помнил это. Я не могу оставить, он заражает, должен выкинуть его из лагеря. Я должен другим его отдать родителям. Он боится. Ну, воспитателя. Что бы ты стала делать? Давай. Дальше, что делать? Он боится прикоснуться, слезы текут, боится. Все молятся. Оставить без наказания, значит, я потерял власть. Я никто. Они боятся только меня. Не знаете. Я беру эту крапиву руками. Жгучие. Выхожу перед строем, он стоит рядом. Вот Алеша боится. Все смотрят. Кто за него возьмет на себя? Он сразу так, такой, как не стал, ничего не боится. Я. Да ты свои матерки еще не избавил. Другой. 2-3 человека. Не надо. Я начальник лагеря, я беру наказание на себя. Я начинаю эту крапиву жевать, рвать вот так вот. У меня вот такие вот пузыри, она колючая, на языке, на всем. Весь лагерь хохочет. И Леша сразу вытер слезы. Я не боюсь, пошли. Это маленькое дело. Все, сколько пучок был, я его весь изжевал, рвал зубами. А у меня слезы самой текут. Он жгучий и жгучий. В каждом вопросе, когда приезжали профессора, смотрели, где учились, нигде. Вот это я взял, говорю, у Японии конзё, чтобы терпеть умею. Вот это не разговаривает, это в Англии, в общежитии. Два раза нарушил тишину, лишаешься права на это. Я везде брал что-то, но кое-что негде было взять. Понятно? Я ни на чем настаиваю. Смотрите, вот мы читаем Библию. Открываем книгу Левит. Мы от ребенка можем спрятать книгу Левит? Да на нем воспитывается новое поколение. Написано, пустите детей ко мне. Человек пришел к Библии, он пришел ко Христу. Любите меня, соблюдите слово мое. Ветхий Завет было прелюдия, не сказано, бросьте его. Нет, это ступень, главная ступень. И читаем там, что человеку где? Не ложись с сестрой твоей, не открывай ноготы ее, ибо она сестра твоя. Евреи все знают, нет, от ребенка ничего не прячется. И поэтому дальше у него этого не будет. А что дальше? Смерть. Дальше. Дядю не открывай. Тетку не открывай. И перечисляется. И стих следующий. Ну в одном стихе вы... Нет. Отдельно каждый стих. Не ложись, если отец, ну или там, женился, мать умерла, и привез с собой там, не родные тебе, но она, дочь ему, а ты приемный сын, не имеешь права, не открывай ноготы ее. Смерть. У него полный реестр был, что нельзя было. Перед скотиной не становись. И проще. Зачем все сказано зоофилы? Притом я ничего не придумаю. Я знаю только скрывать от Бога, что это от людей что-то написано в Библии, выше этого преступления трудно найти. Если мы не доверяем Богу, что Дух Святой открыл, и вот, что ты умничаешь-то? Бог открыл, ты обязан немедленно возвестить всей Вселенной. Ты обязан это сказать. Притом апостол Павел в Новом Завете пишет послание к римлянам, что такое, разжигаясь похоти друг на друга, мужчины делают срам. Должен возмездие в своем заблуждении. Далее, Иуда пишет, там Содом и Гоморра ходили за иной плотью. Надо разъяснить. Это все написано. Вы посчитайте. И так будет с теми мечтателями. Вот, блаженный Феофилак говорит. Я даже считать не хочу. Здесь. Потому что они подготовлены. А вы прочитайте. И все это сегодня делается. И когда я увидел, как делается, подсунули. Я увидел. Я один раз в жизни это сказал. Я против смерти. Но здесь, как будто у меня душа взмолилась. Господи, дай мне 5 минут быть неверующим. Я бы выпросил у знакомого автомат и все расстрелял сам. Что могут делать?
я этого делать не могу. Я не молился, не просил, но мысль мелькнула, как молния. Это нетерпимо, это невозможно. А что? Про николаитов вы забыли. Да, это должны дети знать. Будьте внимательны. Не пускайте в интернет. А то, что разъясняет нам Библия, разъясните так, чтобы он стал как вкопанный. Дальше ухода нет. Дальше смерть. Перед тобой стоит расстрельщик. Притом это не один, не два. Ну вот, Дина любила ходить там, на танцплощадку, там что. И там читаем сын Емора, Сихем. И сделал ей насилие. А что это такое? А теперь Амнон. Полюбил сестра, но они от разных родителей. У Давида, псалмопевца Давида. И он придумал, что... От разных матерей. Чтобы лепешки испекла. И отец Давид ничего не догадался. Ну раз это... Жрать, говорит, захочешь, сожрешь, говорит, и брошенная. Нет, только с ее рук могу есть, аппетит появится. И Давид сказал, ну, помарь, Тамара, иди там. И он сделал. И здесь не могу, только в другой комнате. Ну, явно сделал, что уже капкан захлапывается. Она пошла, и написано, и изнасиловал. Вы будете пояснять или нет, что это такое? Я по интернету разговариваю, дети. Я с ними долго разговариваю, отдельно, дома дети. И я каждому рассказываю, ни в чей дом не заходите, дети. Они два брата. И оказались оба из Барнаула. Сейчас рулетки нашлись. Да мы так познакомились, ни с кем не разговаривайте. У меня в лагере было. Ни в чью машину не садитесь нигде. Вот как у мусульман. Они 5-6, меньше не бывает. Через дорогу перейти 5-6, дверь как открылась и как катапульпой выбросила, через дорогу дверь захлопалась, нигде нету. Они их любят, девиц своих, они берегут, а наших ни во что не ставят, почему наши ничего не знают. 12 часов ночи около вокзала стоит, голосует такси взять. И утром только нашли на Булинсово кладбище. Не только у мусульман, Марина в Бельгии была, у них специальная прям программа. Чтобы дети одни не ходили. Вот понятно? И поэтому будьте сами внимательны, посмотрите. Никуда за край не заходить. Но я говорю только о Библии. Вот сейчас на меня нападки за то, что я сказал, что Бог Иегова. Вы не знаете, даже будто бы Евтихий выступил там и сказал, вот вы подлили масло теперь за этих, за свидетелей Иегова. Это что за обвинение? В Святой Библии 8 раз говорится о том, да это не его имя, это только качество. Не надо. Моисей встречается, куст неопалимый, и он спрашивает. Голос говорит, иди и выведи народ мой. Но народ спросит, как имя Богу твоему? Моисей говорит, с кем он разговаривает, он не видит. Как имя-то? Потому что там и Апис есть, и Вельзевул, и Астарта, и Марс, и Венера. Как имя твоему Богу? И тот, кто в кусту, а написано, при купине явился он. Ему, Господь, и он отвечает ему, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Иегова, в скобках сущее. Какое право, я говорю, вы имеете скрывать имя Божие? Бог говорит, мне имя Иегова, это сегодня православно. Я не настаиваю, чтобы где-то менялось, ну хотя бы один раз вы произнесите за все богослужение, один раз. Имя Иегова, наконец договорились, это имя сатаны. Пришли к полной точке. Вот это вот... Внимательно слушайте. Вот это вот лицемерие, оно выползает, наконец, в самый настоящий сатанизм. И при том это не кто-то, говорит, а верующий, моей сестре Валентине, старобрядка. Она говорит, это Бог. Нет. И она называет вот это, прости Господи, что я передаю это. Но это уже факт. Поэтому знайте Писание, Библию. Написано, поучайтесь ней день и ночь. И дальше. Учи детей твоих Писанию. Когда ты идешь дорогой, когда ты дома, когда за столом. Зачем это говорится? Нигде не написано «выбирай и что-то убирай». Истолкуйте библейское, больше ничего не надо. И к мирской этой блевоте не запускайте. Не учи стоять. Не надо это смотреть. Не говорить. Нет, не стой, садись, иди, заходи. Не надо вот это привыкать, как там стоят дядьки. Вот у меня на... Вчера, позавчера... Вышел на меня один человек. Ирландия. Кто знает, где это находится страна? Молчи. Энциклопедия. Так, знаешь? Там пока... Ну, поднимите, кто знает, где Ирландия. Ну, Валерий все знает. Где она страна? Да. Ну, где Англия? Да. А чем она отличается от других? Имеет ли она свою независимость? Северная Ирландия, Северная Великобритания. А вот смотрите, как вышел на меня этот человек, где-то выходил в интернет, все через интернет. Грузин, православный. И нигде Библию не может найти.
Я ему, ну я на той неделе пойду. Когда все закончил с ним разговор, ролик уже стоит. Я подумал, а кто его знает, а может они работают. И вчера я там был. Ну, правда, в этот день они не в 9, а в 10 начинают работать. И я зашел Библию купить. Вы знаете, где вот, как сейчас вот выйдете здесь, отдел юстиции, а дальше там какое-то, ну, здание что-то продает. И дальше красное, где Баварин был, городская администрация. Основное дали там, не доходя до этого, где сейчас красное это здание, там... Если не город, я не знаю, городская, наверное, администрация вся там или... Да, городская дума там. Огромное дума там, да. Здесь. Ну, и вот, а это, которое на этой стороне было, вот городская администрация, и через дорогу прямо тут. Это когда-то принадлежало епархии. И они все эти годы бились. Один человек говорит, да до того надоело, разное там где-то чтение, это, да играются, остатки отнимут. У человека инсульт. Сказавший это, притом близкий мне человек, знакомый, ну, мирской, с городской администрации. А эти отбили при нем. Они все переоборудовали, и уже в новом месте митрополита мы там были. А здание огромное, там просто корпус идет дальше. И написано «Церковная лавка». И я там был. Она прям рядом Махаловенинского. Очень, очень богатый. И там Библия. Библии надо полную. И он просит одну. Я купил 4. Все разного издания. Все по благословению, 2 по патриарху Алексею II, 2 по благословению патриарха Кирилла. Конечно, 77 книг. Теперь я вам по интернету представлю, какие тебе нужно. А у самого желания все послать, чтобы ты там кому-то там распространял. И при том, и цена доступная. Есть одна Библия недоступная, там 36 тысяч, кажется, стоит. Но она вот такая вот, держать ее, там выгравировано все на ней. Для храма, наверное. Вот. А это простые, ни одного рисунка нету. Я рекламирую... эту лавку. Очень хорошая. С чего там иконы разные, книги. Все хорошее. И вот Ирландия меня туда ближе подвинула. Первый раз. И когда я стал говорить, женщина эта, которая продает, она меня видела как-то. И она сразу, а как, давай записывать. А у нас визитка. И одна женщина там на улице со мной стояла, ждала, когда откроется. Когда я стал говорить, я гляжу на нее, у нее слезы текут. Она схватила мою руку, давай целовать. Людей трогают, да это что, на самом деле так, да? И свечи там чистые у нас, да, еще тут особенного нет, был митрополит. Вот так Господь открывает. Мне с одного города, недалеко здесь, в Алтайском крае, позвонили, разрешение спрашивать, целая группа приехать. Мы не хотим больше в церковь ходить, что мы там видим, и уже не ходим. Я говорю, вот это неправильно. А другая нападка на меня вчера была. Я так с уважением к вам относился, а сейчас даже глядеть на вас не могу. Я говорю, а за что? Голуби зарезали. Вы сказали, что вы Путина поддерживаете. Я кого поддерживаю? Это президент Российской Федерации. А как я поддерживаю? Он не сказал. Я сказал, мы молимся о них, чтобы не было покушения на них. Чтобы мудрости Бог дал. Мудрые законы издавали. Чтобы люди могли достойно жить, дабы было из чего уделять нуждающимся. Это означает заработок, все. Чтобы выбирали честных управителей. Я говорю, мы не, да, я не голосую. Мы доверяем Богу, Господи, только ты знаешь сердцеведность. Люди непостоянные. Его избрали, он вдруг изменил тактику. Совершенно другое. Если не пойдет перестройка, Ельцин говорил, голову положу на рельсы. И рельсы разобрали, нету, и его нету. А все подвигалось назад. Вот еще несколько сказать. Я немного, как бы, коснуться вот этого самого. Мне не совсем близко было с армянами. И вот вчера я насмотрелся на это дело-то. И они сами признают. Их признают еретиками. Монофизиты. Там монофилиты. Притом на Вселенском соборе. Не знаю как, но я признаю их за церковь. Конечно, я туда не пойду, но у них рукоположение сохранилось. Это вот то, что есть. И вчера он, его, тот, кто говорит ему сбоку, Аман Ферица, он сразу говорит, это только говорят, говорит моими же словами. Говорят, а мы, говорит, давно это все изменили. То есть православные правы, он Бога человек, не просто человек, а Бога человек. И не просто Бог, а Бога человек. Этот, который со мной разговаривает. Вот еще как бы подтверждение того, что изменения какие-то идут. Настоящее... Доброе изменение произошло у адвентистов седьмого дня, которые никогда, нигде, Троицу, ничего. И вдруг сейчас слово Троица у них прямо в их выступлениях.
Вот. И там даже до раздела дошло. Я сказать, как так это можно? Я что могу сказать? Люди, с которыми я встречался, были близки, неоднократно беседовали. И быстро распространилась у них Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Даже вот мусульманин с той стороны ничего не знает. Аллах Акбар. Я сразу руки скидываю. Иисус Акбар. Акбар означает велик. Он опять, Аллах Акбар. Я говорю, Иисус Акбар. Три раза он замолк и заулыбался. Значит, где-то выступать можно пятиться, а где-то выбросить, как выпил какой. Иисус Акбар, то есть Иисус велик. Вот все у меня. Хотел спросить, вот это вот кто-то принес газету, или как ее назвать, она маленькая, каравай называется. И внизу кто-то вверху написал открытым оком книги, красным карандашом. Единственный, кто мог написать, я спросил, она же писала. Да вот кто мог написать-то. Кто? Вон где, вон и все. Благодарю. Так, попутно скажу, кто опаздывает, постарайтесь раньше выходить из дома, чтобы не опаздывать. Раньше выходите из дома, слышите меня, опоздальщики? И не будет это. 15 минут раньше выйдет, ничего не будет. Все. Спасибо, Христос. Я хотел еще, не буду вставать, хотел еще напомнить, вот, жития святых. Был святой такой, сейчас, по-моему, Иоанн, он постник был, и до 65 лет дожил, и святость приобрел просто неимоверную. Там люди приходили исцеляться, и все, он жил там отдельно в келье, там ему там замуровали там и так далее. Ну потом размуровался он, вроде как уже все нормально, святой. И привели к нему 14-летнюю отроковицу, чтобы он ее исцелил. И родители оставили ее на ночь. И вот сатана до такой степени его вошел в сердце в него, что он изнасиловал ее, эту девчонку больную. И потом, когда изнасиловал, понял, что сделал-то теперь, а что делать, как-то надо скрыть в первую очередь, сатана ему подсказывает. Вот взял ее, убил. А потом что еще дальше-то делать? Ну, взял ее и в реке утопил еще. В реку выбросил. Да. Ну, а потом понял, что вот это я наделал, что делов-то. Что нужно делать? Бежать. И убежал. И убежал в другое место. И там, в этом месте, каялся, и опять приобрел большую святость. И опять ему начали водить отроковиц. Ну, чтобы он исцелял их. Ему сатана вложил мысль покончить с собой. Вот главное-то, довел до конца. И, наконец, мы не просто так, а монах встретился, и он ему рассказал все, и жить не хочу. Он его обнял, поцеловал, и говорит, а Господь куда? И он смирился, и потом снова вернулось ему это качество исцелять людей. Да. Вот и Яков вот... постник, Яков. Поэтому... Нужно детей готовить ко всему в этой жизни. Ко всему. Им столько... Они, ну, они такие полуверки, как бы. Им столько предстоит самим добраться до веры, как нам предстояло. Почему? Вот как вы до веры добирались, вот, если вы верующие, а не притворяетесь. Вот точно так же им придется добираться. Вот я их, им преподаю тут Ветхий Завет, практически только Ветхий. Ну, конечно, через Новый. Я могу так сказать, ни одного заинтересованного нету в вере. В вере. Может, кто-то там почитать может Библию, кого-то может интересует, да. Никто не интересуется ни историей, ни географией, ни ничего вот этого, вот им не интересно эти вообще науки. Вот все, кто тут сидит, все. И не надо меня там затыкать и так далее, что я не прав. Все. И веры у них нету, вот той веры, которая у всех вас практически есть. Те мои любимые друзья вы, которые, с которыми я провел уже почти 25 лет жизни. Вот этой веры в них нету. Когда я с детьми беседую, пустота для меня. Я не могу с ними поговорить ни о Христе, ни помолиться. У них этого ничего нету. Им все предстоит самим накопить. Мы должны им только помогать. Все. Они тут столько всего видели, столько верующих людей, и они не оценили никто. Вот пришел с армии Никита. Вот он начинает эту путь к вере. Вот Ваня начинает только, еще даже при начале не стоит. Ребенок еще, совсем младенец. Им надо помогать. Вот это все, что они болеют, там все, что у них какие-то там он бороду брил там в армии и так далее. И так далее, и тому подобное. То, что не любят молиться там и так далее, им читать что-то. Это все, все при, от того, что маловерие. Вот как сказал... Верую, помоги моему неверию. Вот у них вот такая вот вера. Они вроде нас видят. Но
я так понимаю, что многие из них даже к нам присматриваются. Я смотрю иногда на меня так пристально, они там смотрят. Я притворяюсь или нет? У них вот это вот в голове. Это что там? Ну, дядя Игорь, наверное, немножко что-то у него шарабаном не то там трясет. Потряхивает и на раз. Лекарства надо принимать. Ну, а я-то на них смотрю, я же их прям насквозь вижу. Рентген. Мне уже можно Нобелевскую премию духовную давать. Ну, деваться некуда, понимаете? И поэтому, родители, вы на меня не обижайтесь. Обижаться нужно на сатану. Вот сильно-сильно. Ну, можно на себя обидеться, там где-то не доработали. И на мир вот этот, который вокруг. На меня нечего обижаться. Я просто правду говорю, матку, и все. Дело все в том, что я бы хотел, чтобы, знаете, меня очень любила историчка наша. Пришла молодая историчка, она пришла из МГУ. И преподавала нам историю. А я очень любил историю. Но так как не было вот такого преподавателя, как она, и просто мои вот эти таланты по истории никто... Она думала, что я буду историком. Она специально мне отводила 10-15 минут на уроках 45-минутных, чтобы я готовил по новой теме материал. Я сейчас-то понимаю, что это вообще несуразно. И она мне ставила 3 пятерки за один урок, понимаете? Это и вот мы с ней не так давно встречались уже, я с Колымы даже приехал, в Красноярске она, Она меня увидала, и она говорит, ты единственный, говорит, кто у меня в памяти остался. Вот единственный, все. Вот она мне так, а я говорю, а я вот геолог, она, ну вообще это близко, конечно, геолог, там же география, история, все это надо очень много знать, там и археология, и все так, и так далее. Все, и поэтому, вот я бы хотел с ними беседовать, как с друзьями. Вот у меня иногда девчата попадают под меня, я с ними беседую там, раз. Мне прям очень приятно. Единственное, что поговорить с ними невозможно, только приходится учить, а мне это не нравится, потому что на меня сразу смотрят, ну вы знаете, когда как на учителя смотрят. Виктор Андреевич, вам приходится часто учиться. Ну, ты должен понимать, что, ну да, у меня этих знаний не хватает, но их же надо еще систематизировать к духовному, потому что Библия изучалась евреями, как все науки сразу. Все науки. Там была и бухгалтерия, и география, и история была. И все до такой степени интересно. Почему? Потому что это твое спасение. Если ты этого знать не будешь, хана тебе, сатана тебя сожрет. И у нас вот я бы хотел, чтобы мы с детьми были вот такими друзьями. Вот батюшка же смог нам стать другом. Батюшка, нет, ну у нас не понебратские отношения, мы все знаем, как нужно себя вести, правильно? Но батюшка настоящий наш товарищ, можно сказать, вот по духовным делам. Как он смотрит, у него один от одного взгляда понятно, что он нас любит всех. Побеседовать в любой момент можно подойти. И вот так должно с детьми. У нас как с детьми? Вот дети появляются... Раньше вот они маленькие были, заходят, я такой улыбаюсь, навстречу иду, никто не поздоровается, ничего. Сейчас они такие большие, столько знаний у меня, сколько можно им подарить. Ни хрена. Они идут, это забор прогнивший, стоит перед моими глазами. Нету ничего, червяки оттуда выпадают и все. Не поздороваются нормально, ничего. Максимум там добрый день. Ни мир вам, ни вот этих... взглядов добрых таких, понятно, что вот человек тебя уважает, он понимает, что ты хочешь ему принести. У них там другое в глазах, я вам хочу показать. У них в глазах стоит полное отчуждение. Это те дети. Им вот вам повезло только в том, что они не могут еще себя определить. Они бы давно все от нас поубегали бы уже везде, как вот дети бегают, вот 14-летние, 15-летние, потом шагают с 9-этажек, с 12-этажек, втроем за руки взявшись. Вам повезло, что они еще до самоубийства себя не довели. Потому что они постоянно здесь слышат слова Христа, то, что молимся мы тут за них. Мы тут горой стоим за них. Вместе со Христом. И поэтому они живы. А так ничего я не вижу духовного. Никакой благодарности и дружбы, ничего. Спасибо, Христос, брат, за твое неравнодушие к нашим детям, к нам, ко всем, за твое рвение службы. Я хочу сказать, что я это говорю не просто так. Можете, хотите верьте, хотите нет. В 2000 году Господь, как бы было мне такое... ну, не видение, как явление. И Господь сказал, если вы сейчас не возьметесь за чат, а там кого 2000-то только появились первые там два. Если сейчас не возьметесь за ваш чат, вы останетесь одни. И я до такой степени проникся, вот Господь мне просто положил на сердце, как вот Игнатий Ильич говорил, слезы дал ему, когда вот в тюрьму он попал.
дар слез. И у меня вот это вот все время, я поэтому пытался везде, и концерты вот эти мы делали с детьми, пытался вот занятия где-то вести, чтобы постоянно дети как-то у нас, ну, были они задействованы в духовном делании нашем. Но вот насколько можно, ну, таланта не очень много, конечно, в этом у меня. И через родителей не перепрыгнешь, сами понимаете. Родители стоят горой за своих детей. Ну, все эти горы, они падут. Помните, как Христос, Иоанн Креститель сказал, долы да понизятся, горы да распадутся и так далее. Все это, и не останется ничего. Игорь, ты хочешь с детьми концерт сделать? Мы тебе просто будем благодарны к Пасхе. С Мариночкой. Сделайте. Да, да. Ну, не концерт, а хотя бы сценарий написать. И все бы могли участвовать. Подождите, подождите, мы даем полное бразды правления. Пожалуйста. Людмила Степановна, вот вы знаете, я понимаю, о чем они говорят. Но это не выход, так сказать. Нет, дело не в этом. Ну вот сейчас вы говорите, что сказать концерты вместе. Вместе, конечно, вместе. Мы так будем способствовать всячески. Хорошо было бы. Марина и сценарий бы написала. Да, вполне. 1999 год, первый концерт. И сейчас какой год? Сколько лет прошло? 20. Спаси Христос, брат. Не обязательно делать концерты одни детей. Братья, можно вместе с детьми. На этой волне я хочу сказать, что дочь Анастасия, подтверждение слов брата, она неоднократно мне высказывает свое сомнение в вере. Так что помолитесь о ней, чтобы Господь тебе даровал эту веру, чтобы она была основана на Слове Божьем, а не на обрядстве. Ваша дочь. Да, это первое. Второе, о сыне моем Никите, молитесь тоже, чтобы Господь его мир, чтобы его мир окончательно не засосал. Ну, а с верой как у него? В Бога он смотрит хоть на иконы иногда? Он молится с нами, но когда уходит, постится, вот, живет один, говорит, что готовит себе там гречку, преимущественно, гречку, говорит, надоело, но все равно ем ее, готовлю, стараюсь готовить себе. Ну, нормально, гречки нормально. Он не пьет, это разумеется, не курит, не сквернословит, не знаю, что там. Ну всего этого мало, чтобы вера пришла. В том-то и дело, в том-то и дело. Все вроде есть, кажется, а где эта искра, как она? Ну, дай Бог дойдет. Я в 28 лет только меня чихнул. Так что, забыл сказать, на этой неделе, Марины нет, я пошел к ней на работу сюда, и она говорит, есть человек, который по музеям, и он идет на контакт. Ну, я Сергею скинул все данные, Павлович, он с ним связался, он говорит, только не государственная структура. Что ли, он как-то самостоятельно или как? Чтобы вы были не государственные. Игнатий Тихонович, я поясню, это директор музея города. И Марина просто с ним связалась, и он как бы говорит, можно там сделать. Дальше идет краевая администрация. И мы пошли туда, и оказалось Ленина 41. И дальше мы молимся. И на каком? На третьем лиге этаже наконец нашли тех, которые занимаются. И что удивительно, только заходим, две женщины, одна руку протягивает, здоровается, знает. А дальше мы разговариваем, как будто в собрании находимся. Татьяна и Тамара настолько расположенные, и они сейчас этим делом решили знать. Мне нужно, чтобы они знали и дали знать другим. Но государственные структуры нельзя. Тут сразу фонды, тут платить что-то, чтобы ничего нигде не было. Только взяли они на то, что есть такой лагерь. Я говорю, черепки разные собирайте. А у меня музей, который людей поднимать будет. 3 миллиона, говорят, беспризорных. Да. Такие лагеря были бы, без помощи государства всех детей можно поднять. Я о чем забочусь-то? Нет, ну музей пришел там, ну книги, которые старые награбили, теперь смотри их. Еще из этого конкретно задействовать на каждом регионе, вот то, чтобы люди сделали такие лагеря, без помощи государства, детьми занимались. Я говорю, еще живой. И они настолько искренне, правильно их поняли? Даже, прямо не скажешь как. Тамара и Татьяна. Тамара и Татьяна. Ну, они мне сообщат как. Я даже не знаю, как дальше будет. Ну, короче говоря, через такую цепочку дошли кое-что. Они поняли, мелькнуло, да? Ну, я где-то не слышу, Сергей Павлович, что слышит. Я правильно их понял, что они проникли в это дело-то? Да, я с Татьяной потом переписывался, она
Татьяна – это жена моего одноклассника. Ух ты, интересно. Вот. Куда Бог привел, то удивительно вообще. Вот. И она просила молитву за своего мужа. Муж ее Олег. Он иногда поддает. Ну а вы с ним нормально товарищами были по школе-то? Как? Да, мы с ним не дрались? Одноклассники. Нет, нормально. Ну, мы дружили. Вот что значит не драться, Сережа. А так потом не одноклассника встретишь, а он тебя, я тебя в рыло забыл. Сдачи дать. Молодец. Смотрите, Татьяна, молодец. Тамара, чтобы не это дело как-то решили меня. Татьяна ли? Ни с кем. Молодец. Лучше погибнуть. Я Олег, да. Знаете, ну или руку сломай. Я ей пообещал молиться, она прониклась и... Ему. Она не написала вам еще письмо? Нет, пока. Я ее попрошу. Татьяна, это Розе, Сашка. А ты вышла на меня, чтобы это... Ты покажи мейл 2, куда писать мне. У нее есть визитка. К истине 2. Да уж пока решай. Достойно есть всякого истину, Блажителя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой, да заставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Милостивый Господь, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Любящий наш Создатель, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий и дивный, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа просим, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Богу слава. Это кто принес? Это тетя Надя. Надежда Васильевна.